Ораза Айт – один из главных мусульманских праздников. Он знаменует завершение поста в священный месяц Рамадан. В этом году месяц Рамадан завершился 9 апреля, а сам Ораза Айт празднуется 10 апреля. По традиции праздник начинается с богослужения в мечети, поэтому в зависимости от местонахождения региона начало праздничной проповеди отличается. Стоит отметить, что в месяц Рамадан для более 60 тысяч человек был проведен ауза-шар. Кроме того, для нуждающихся были розданы продуктовые корзины. В этом году в регионе было организовано множество благотворительных акций. Уникальность в том, что мы подарили жилье двум семьям. Ведь отмечать праздник принято добрыми делами, проявляя заботу о ближних. Важно и помогать нуждающимся, просить прощения и желать лучшего. Главное правило Ораза Айта.